Сегодня представители МВД сообщили о задержании Александра Григорьева, которого подозревают в незаконном обналичивании и выводе за рубеж огромной суммы – порядка 50 миллиардов долларов. Правоохранительные органы считают Григорьева организатором преступного сообщества. В последнее время он находился за границей, но в результате проведенной МВД операции приехал в Москву, где и был задержан. Сейчас подозреваемый переведен в Ростов-на-Дону. По данным следствия, Григорьев работал с 20 банками, у которых к настоящему времени отозваны лицензии.